жрать траву. Почему это не буду? Ты не должен ее есть. Она вообще-то вкуснее, чем кукуруза. А то и буду есть. Здесь в городе невкусная трава. Ментос этот, конечно, вкусный, но одними жвачками не наешься совсем. Хорошо, что я хотя бы конфеты с собой синие взял. Смотрите, какой синий чупа-чупс. Да ё-моё, блин, ну что ты за конфеты? Ну упаковка-то ж синяя была, капец. Что просто нет синей еды, я хотел покушать. Все, что у него есть, это вот эти жвачки. Садик, что ты еще придумал? У меня тут такая гениальная идея. Я, короче, в гугле вычитал, что можно вот этот огурец посадить. И, ну там семечки внутри. И из этих семечек появится еще много огурцов. Я, короче, эти все огурцы через пару дней выкопаю, продам их прямо здесь, вот тут проходной двор. И куплю себе, наверное, пиццу. Ну, потому что мне выпал зеленый цвет. Я не знаю, что делать с этим зеленым цветом, потому что нормальной еды нет. А вот пицца желтого цвета, такого прям вкусного, золотистого. Короче, сейчас надо огурец этот посадить как-то. Вот, может, так попробуем еще провернуть. Ну, короче, идея, ребята, взорвана и гениальная. Надо к кому-нибудь сходить, спросить лопату. Ты пока посторожи огурец, чтобы его там муравьи не съели какие-нибудь.